Театре оперы и балета из-за конфликта с мэрией отменили один из премьерных показов балета «Дон Кихот», запланированный на 22 июня. Зрителям предложили сдать билеты или посетить один из более поздних показов. В День памяти и скорби на площади перед театром городские власти организовали концерт симфонического оркестра филармонии. Прозвучит 7-я Ленинградская симфония Шостаковича. В театре посчитали, что два массовых мероприятия на одной площадке проводить небезопасно. Это же все памятник, я так понимаю. Есть ли у них разрешение, что они таким образом монтируют сцену? Какая там организована безопасность? Что будет происходить? Вы же видите, что происходит в стране. Неужели этого непонятно? Все время чрезвычайная ситуация с точки зрения, то сцена упадет, то еще что-то происходит. Зачем мне эти проблемы нужны? В письме к мэру Владимир Кехман назвал действия городской администрации авантюрными. Кроме того, он отказался предоставлять участникам концерта электроэнергию, а также гардеробы и туалеты. В мэрии отметили, что концерт состоится в любом случае. Оппозицию руководства театра чиновники не понимают, ведь концерты на ступенях перед оперным – давняя традиция. Тем более речь идет вовсе не о развлекательной программе. Я не хочу как бы комментировать многие вещи, потому что опускаться до каких-то вот таких вот вещей, разбирать, у кого туалетов больше или у кого меньше, я не хочу, правда. Мне кажется, это низко. Мне непонятно, почему вдруг это вызвало такое сопротивление, такое непонимание. Напомню, скандал разгорелся на прошлой неделе. Администрация оперного театра запретила мэрии устраивать оркестровые подмостки на ступенях перед зданием. И впредь потребовала согласовывать подобные мероприятия за полгода до их начала. В ответ власти перенесли сцену на 10 метров дальше. Туда, где заканчиваются границы памятника культуры федерального значения и начинается, собственно, муниципальная земля.